Лилии и аквилегии вот тут вот цветут, но больше-то почти ничего не этому. Как-то вот здесь уж фиалки трехцветные, да маргаритки, да кито. Радость какая-то, а вон вербейники желтые начинают цвести. Ну ладно. Вот здесь гравилаты были, так вон два цветочка осталось. Уже отцвели. Ох. Дельфиниумы еще только маленькие выпустили, но цвет не набрали. Пионы доцветают в тени. Вот здесь, вон там он вначале белые с красными цвели, но они давно отцвели. А эти как бы розовые. Ой, запах какой чудесный. Но они упали. Вон, там вон еще где-то головки-то. Вон там в кустах торчат. Там вон недотрога, шиповники, алтеи вылазят. А здесь вон вязы я нагнул. Вязы, дубы. Там тополь даже. Ну вот, на... В пионах последние бутоны. Ай, какой запах. До сюда, до меня. Вот здесь тыквы вылазят. А, здесь недотроги спрятались. Картофель после дождя немножко воспрянул духом. Бобы вон там уже высокие, раскидистые. Смородина вон там в кустах поспевает, в бурту в таком своеобразном. Чеснок тут головки уже набрал, надо головки обрезать. Розы, ругозы, ну так, цветут стеганца. Кабачки еще маленькие, ну вон там цвет уже набрали. А здесь гвоздики вовсю радуются жизни. Лилии вон там только набрали еще бутончики. Вот. Лилии какие-то кудрявые у нас тут. А гвоздики и красные, и белые. Там вон малиновые, фуксии. О, фитоляка уже наклонили свои свечи. Если не помёрзнут. В прошлом году их заморозок хватило и все. Вот ушли, а нынче не должно быть такое быть. Вот котовники тут мои любимые. Ну, они так для запаха, для вкуса, для радости. Здесь гвоздики и здесь фитоляки. Там огород, лучок. Салат, морковка, опять лучок, вон там кабачки, а перцы плохо себя чувствуют. Флоксы еще ничего не набрали цвет. Вот тут фитоляки тоже, ой, хороши, беленькие свечи. А вот лилии, а тут вон васильки, так уже как бы повяли. Ромашки аптечные не вытираю. Вон там после дождя дельфиниумы наклонились. Вот так. Вон дельфиниумов, что пруд пруди. Здесь высокие, раскидистые, ядреные. А здесь что-то... Вон там гвоздики тоже только. И лес. Вон там синяка. Ну, здесь цинии начинают. Вот. Лук-то что-то уже отцветать начал. А цини так сяк тут. Что-то они в шахматном порядке. Астры вон еще только вылезли. Бархатцы тоже вон один где-то цветочек. Здесь что-то гвоздики. Вот синяк-то. Я до синяка дошел.
А там синяки дельфиниумы. А все синё, синё так, не поймешь, что. То ли дельфиниумы, то ли синяки. Не, ну хорошо. Ну после дождя-то они, конечно, раскидались. Сильно-сильно. Вон все синяки. Вот тут астры какие-то альпийские. Вон там тоже их много. Пожа. Вон там на валу сныть была, так я ее убрал, вон не стало. А синяки-то вовсю. Там абрикосы, будто бы их убрал. Можжевельники. Вот тут лилии оранжевые доцветают. Валатера еще ничего не цветет. Вот здесь хосты зацвели. Ну, хосты сажают ради листьев, но у них и цветы какие-то вон есть. Здесь все цвело. Молодило еще не набрало цвет. Вон там дельфиниумы. Вон они раз. После дождя упали почти, а эти вон уже какие. Выше меня намного, 2.5 метра. Здесь еще остались вербейники, гвоздики. Да, здесь еще ничего не набралось. А здесь вот, вон там вербейники, а здесь желтые энотеры. Там лаватеры растут, здесь энотеры. Вон там белые гвоздики, одни белые. Вон там дельфиниум немножко. И доцветают лилии. Чего от них осталось? А, ничего уже. Ну вот на смену им вылезут энотеры. А, вон. Ай, бодяг выдернуть. Заодно. Ну и ладно. На этом закончим экскурсию. Забавное нынче лето. Каждый день почти идут дожди, но тепло. Пчелы летают, шмели летают. Цветет, растет. И благоухает. Вот я на огород пришел. Здесь где-то капуста в чесноке посадил. Картошка так себе здесь. Там бобы уже упали за картофелем. Смородина и черная поспевает. И всякая. И вот огород. Ну, тут что? Салат какой-то растет, лучок, морковка, а там цветничок. Ну, георгины еще как не очень. Вот здесь за ними флоксы, там где-то кабачки. Вон там лаватера кустом раскинулась. Цинии тут так себе. Что-то их заглушило. Одиночные. О, флоксы вылезли. Флоксы всякие. Вон там более яркие, менее яркие. Ну, картина. Лилии. Здесь какие-то кудрявые. А вот где-то я гладиолусы видел перед циниями. Но гладиолусы еще не все раскрылись. Лаконосы уже скоро в ягоды превратятся. А вон здесь котовник, я не выдираю. Люблю котовник. Запах от него самый прекрасный. Все его... Ну, все не все, многие не знают, а кто садоводы знают, называют мелиссой.
Милиция другая, вон там где-то дальше она есть у нас. Но в этот год зимой почти вся милиция вымерзла. Но семена-то в земле были, и она вылезла новая. А здесь цветничок-то уже начинает к осени приближаться. А вот где-то я георгины видел. А, вот. Вот эти. Ну, они так себе. А здесь другие георгины. За ними белые флоксы. О, где-то пояс едет. 2 километра, а на горе все слышно. Ну вот, посмотрели. Конец июля, сегодня 30 июля. Дождь прошел. Я вышел посмотреть, что творится на огороде. Ну, вполне удовлетворительная ситуация.